Всем привет! С вами канал «Стройка и не только». Хочу показать вам бругмансию. Я никогда не видела, как цветет она. И посмотрите, у меня зацвел первый цветок. Он, правда, уперся в стену, я ничего не могу сделать с ним. Но посмотрите на него, он огромный, он такой красивый. И он пахнет очень сильно. Запах похож на одеколон. Вот здесь вот еще у него бутоны, похожие на какао-бобы. Вот такая вот у меня бругмансия. По уходу я ее удобряю каждую неделю разными удобрениями. Она очень любит получать всяческое питание. Цвести она начинает, когда появляется вот такая развилка. Как только развилка есть, значит, все, ждем цветения. Вот такая она наросла. Мне ее подарила одна моя коллега. Там торчало буквально вот такие вот два пенька. И она за лето вот так нарастает. Размером она бывает до 2 метров. Вот у меня пока маленькая. По уходу в зимний период я сниму отдельное видео. Вот такая красавица моя бругмансия.